ที่ไอซ์Первым этапом отщелкиваем защелки. Мы их уже подцепили. Надо лопаточкой подцепить и достать их. Отсоединяем. Далее откручиваем два самореза. Дергаем на себя и снимаем рамку. Отсоединяем кнопку аварийки. Далее откручиваем по кругу 4 самореза. Торкс на 20. И снимаем магнитолу. Отключаем разъем основной и разъем антенны. Далее подключаем проводку, квадратный разъем соединяем. Соединяем антенный переходник и синий провод. Автоант соединяем с проводом автоант. Отщелкиваем воздуховоды со старой рамки. Лопаточкой вынимаем кнопку. Переставляем все на новую рамку по защелкам. Болты, значит, винты перекрутили. 5 штук. Воздуховоды переставили. Кнопку аварийки. Вот готовый вариант. Все. Несем машину. Так, установили GPS-антенну вот сюда. Вот, подключили к магнитоле. USB вывели в бардачок перчаточный. Подключили вот эти разъемы все. Камера. Кан. Аукс. Обратно магнитолку вставили, защелкнули. Осталось прикрутить два самореза и поставить обратно пластиковую.